Буэнос диэс, братва. Ядерный разрывной заряд вашего экрана, это значит, что у нас третья серия God of War. Что тут случилось? Пиздец, что случился, мелкий. Уи! Я не знаю. Да я в душе не могу, что это за тело. Никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Пошли. Так, куда нам дальше-то вниз? Ну, бля, без вариантов. Одного, ладно? Ладно. Ну, прыгать будешь, нет? Ага, будешь. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Хера тут забеги. Сразу хочется хойк. Костер горит. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Так. Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Так, ага. Перезапрыгни, называется. Ой. Выбнуть хачер не вышло. Так, надо куда-то метнуть топор так, чтобы... Так, тут. Ну вот, застрял на ровном месте. А, там камешек лежит. А мне кажется, это не часы бьют. Так.
Нихуя не понимаю, но очень интересно. Короче, мелкий куда-то должен выстрелить, я так подозреваю. Да ведь-ка подумаем. Вот же я идиот. Есть. Сын. Да. Стоп! А как же ты переберешься? Головоломочка. Вот я идиот, конечно. Газе. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Так, полезлы. О, свежий воздух, я по-моему. Вильнёвич, все горит. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там, в ней прореха. Это ты срубил?
она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Красиво. Ой, я не знал, что у меня такая штука. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Так, ладно, посикарашили. Чё-то спина зачесалась. Так, ага.
Сын, сюда. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Опа. Что-то еще? Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Как ты это сделал? Иди. Ага. Вон гора. Идем. Погоди. Крепкий. Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Ух ты ж, ёпт! Хватит бегать! Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Смотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Наверху! Кто-то ломает стену!
Так, а где тварина? Угу. Все уже позлее. Так, так. Слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Навыки, говоришь? Как же мне сейчас на чих пропирает-то, а? Ой, блин. Так. Три левых, правый хочу. Опа. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Он не может это использовать. Мы можем. А, я ж только что сюда залыз. Rush!
Готов, Ченка. Ох ты, пес. Нет, этих ваших шуточек еблет распиздрычит. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Так, посмотрим, что у нас там по навыкам. Ну и чтобы вас не утруждать, дальше мы пойдем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Лоис, пиписька, до свидания. Увидимся в следующем видосе. Адьос, братва.